Определились фавориты конкурсного отбора проекта «Профессиональная команда губернатора». 104 претендента были распределены на три категории – учащиеся, студенты и специалисты. Лучшими стали по три человека в каждой категории. Теперь они в резерве управленческих кадров Ивановской области. Кроме того, ребята могут бесплатно получить образование по направлению «Государственное и муниципальное управление». Однако губернатор попросил молодежь не обольщаться. Труд чиновника только обывателю кажется завидным. Он всегда хорошим быть для всех не может, потому что, к сожалению, в государственной и муниципальной службе есть еще и такой негативный момент, как, значит, принятие каких-то решений, в том числе не очень популярных, но которые необходимы для развития там, той или иной отрасли, муниципалитета, региона. Первое место в категории специалиста досталось Анне Смирновой. В финале девушка защищала проект «Повышение качества социального строительства в области». Давно назревала в душе, в сердце, в разуме идея рассказать то, что я хочу сказать. Речь идет о моих идеях по поводу улучшения сферы строительства социальных объектов. Подвернулась удачная возможность донести то, что я хочу сказать, до вот самых высших кругов. Теперь Анне могут предложить должность консультанта губернатора. Сейчас она работает в Ивановском управлении капитального строительства. Девушка считает, что если перейдет в областное правительство, то коллеги из городской мэрии ее только поддержат. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.